ребята закончились каникулы. И снова нас всех собрала школа. Хочется рассказать. Конечно, о нашем лесничестве. У нас в Жуковской школе Брянской области свое настоящее лесничество. Мы сажаем деревья, проводим интересные опыты. Это здорово, выращивать настоящий лес. Летом я в первый раз в жизни была в Крыму. Никогда я еще не видела сразу так много роз. Оказывается, розы – это не просто красивые цветы. В их лепестках масло, которое нужно для пищевой, парфюмерной и для медицинской промышленности. Цветы лучше всего собирать утром, когда на них еще держится роса. В Закарпатье все ребята любят пионерский лагерь Пролесок. Там очень красиво и интересно. Мы не только отдыхали, но и помогали взрослым. Старались так, чтобы помнили о нас. Когда знаешь, что сделал хоть что-то полезное, и настроение хорошее, и все хорошо. Кого тут только не встретишь. Лебеди, цапли, бакланы, чайки. Одни птицы только гостят, отдыхают во время перелета, другие здесь дома. Они строят гнезда, выводят птенцов. Изучением мира пернатых занимаются орнитологи. Важно все, где размещаются гнезда, что влияет на количество и размер яиц. На сроки выведения птенцов. Еще много загадок связано с поведением перелетных птиц. Разгадывать их помогает кольцевание. Кольца расскажут, где зимуют птицы, какими путями летят в дальние страны. Собираются, ждет их за моря дорога дальняя. Ласты веселые, зеленые, до свидания, лето, до свидания. Это самое, спой, но чуть, чтобы голос твой летел. Погромче, чтобы было. Чтобы
Слышали все, кто вот здесь сидит у нас? А то я только слышу. Ну, пожалуйста, попробуй. Облака на небе, словно кружево, солнце заработай каждый миг. Спасибо. Кто из ребят не слышал о прославленном ансамбле имени Локтева при Московском дворце пионеров? Как всегда, в начале учебного года здесь набирают новичков. Отлично. Еще помнишь? Ну, молодец. А в школе что пел? Да. Неинтересная песня. И ни одна не понравилась. И не запомнил. А по пению что? Плохо велся. Ну, это видно. На задней партии. На задней? Ну что ж, с таким голосом на задней. С таким голосом надо сидеть на первой. Очень крепко стой на ноге, не падай никуда. И подними, как ты можешь поднять вот эту ножку правую. А ту не нужно сдвигать. Ту не нужно сдвигать. Ну-ка, скажи-ка, как тебя зовут? Аня. Анечка. А фамилия? Домашова. Домашова. И сколько лет тебе? 5,5. 5,5. Ну, умница. Ну, давай с тобой танцевать, пожалуйста. Многие мальчики и девочки хотят научиться петь и танцевать, но сначала покажи, что ты уже умеешь. Надо очень много заниматься, чтобы вот так же легко и непринужденно выступать перед зрителями. Thank you.